Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня суббота, я вот возвращаюсь в церкви, видите, сейчас приду домой и вам поснимаю то, что мне дали. А сейчас просто включилась на минуточку, вон мой дом впереди, видите, с такой крышей приподнятой. Вот, просто включилась на минуточку, чтобы показать, как у нас красиво, снежок выпал. Вот, видите, так снежно. Ну, снега, конечно, мало. Так, совсем только припотрошил. Вот, елки такие, видите, все в снегу стоят. Ну, все равно красиво, так красиво. Там вон, видите, вдали какие елки. А деревья совсем уже голенькие. Голенькие. Ну, утром я когда шла, так скользковато было. Скользковато. Вот, ну, я ж, мне удобно с этой тележкой, я держусь за нее, чтобы не упасть. Но так все равно надо идти осторожно. Потому что спина-то нездоровая, я боюсь подскользнуться, упасть, чтобы не навредить себе, не навредить. Ну, видите, какая красота у нас. Вот. Там вот солнышко на той стороне из-за домов выходит. Очень красиво. Я люблю такую погоду. Ну, сейчас, знаете, если на вечер мороз не усилится, то может все вот это вот и по... Потает вся эта красота, потому что утром было минут 6, а уже когда я выходила в 11:30 дня, то было уже 0 градусов. И в центре уже практически все подтаяло. Это тут у нас в районе. А у нас так всегда в районе, особенно вот по пешеходным дорожкам, всегда вот так вот красивенько. Красивенько. Вот наш стадион. Там вот. Детей не снимаю, нельзя. Вот стадион наш. Ну, в общем, красиво вот так вот вам. Немножечко поснимала. Сейчас вот только домой приду, так сразу и это самое. И вам поснимаю то, что мне дали. Порассказываю. Я быстро съездила. Там в 12 начинается, в 35 минут я села, в 34 минуты села на автобус. И там я была, наверное, ну, автобус приехал, пока я дошла, ну, минуты, наверное, 2-3 первого. Уже в 20 минут первого стали раздавать продукты. Это моя тележка колесами едет и так тарахтит. Вот. Ну, вот сейчас тут остановилась, я вот покажу вам красоту такую. Видите, там у нас за вот этими елками там у нас лес, там дети идут, не буду снимать. Ну вот, давайте я с вами не прощаюсь, только ручкой помашу, домой приду и сниму вам.